Друзья, всем привет. Недели две назад появился непонятный стук в районе правого переднего колеса. Шум, похожий на... как будто что-то отвалилось, и пластмасса, а пластмассу что ли ударяется. На лежачих полицейских, на кочках. Постоянный стук какой-то. Ну, вначале думал, что это лед примерз или еще что-то, но решил заглянуть за колесо и посмотреть. Думал, что-нибудь увижу. И увидел. Давайте посмотрим. Смотрите, друзья. Подкрылок как будто бы отцепился, хотя там и крепления-то нету. И за пружину, вот он зацепился, и за пружину на кочках задевает. И такой неприятный шум. То ли это дилер накосячил, когда устанавливал, то ли это подкрылки такие. Давайте с другой стороны посмотрим. С этой стороны вроде все нормально, но тоже пружина уже впритык. Притык к подкрылку. Попробую. Давайте в машину перейдем. Попробую канцелярским ножом вырезать эту часть подкрылка, подрезать чуть-чуть. Обратите внимание, посмотрите у себя, если у вас тоже есть какой-то непонятный шум. Может быть, и у вас просто подкрылок задевает. В принципе, в этом ничего страшного, но звук был неприятный. Уже думал ехать к дилеру. Делитесь в комментариях, есть ли у вас такие проблемы, какие шумы у вас непонятные, может быть, появились. Может, еще какие-то проблемы другие, другого характера. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал. Всем удачи, ребята, пока!